нет возможности сегодня греметь вон там, есть возможность греметь там 8 числа во вторник. Вот, поэтому сегодня нас замучила совесть, что, к сожалению, многие из вас уже рассчитывали еще вчера увидеться сегодня с нами, и поэтому такие, давайте-ка соберемся и хотя бы что-то попробуем с этим сделать. Поэтому сейчас будем петь в акустической версии некоторых наших песен, и первый из них будет «Гавана». Я понимаю, что я вряд ли запрещусь на моих артистах, поэтому мы должны вам посмотреть максимально классно, давайте просто помогать. Давайте петь не в полную силу, а как-то, знаете, словить такой квартирник, короче. То есть не надо так громко орать, как на концертах. Вот, со мной здесь Джонни из группы Unicorn, поаплодируйте. Извините, из группы Neva Prod. Он известен тем, что это первая группа вообще в мире, которая сделала кавер на трек, который еще не вышел. Если вы помните, была такая история с Гаваной, когда ее все очень ждали, но Джонни почему-то записала быстрее нас. Вот, поэтому... Чуваки, короче, они здесь писали, где Гавана, когда Гавана, даже когда вышла Гавана. Мы стали взрослей.